чрезвычайной ситуации, задумываемся ли мы, как вести себя при их возникновении? Что необходимо делать в первую очередь? Что нужно знать, чтобы избежать опасности? Для ответов на все эти вопросы проводятся учебные тренировки. На одной из них прямо в эпицентре событий побывала наша съемочная группа. В рамках учения в кинотеатре «Искра» обнаружен неизвестный предмет. Доложила Комарова. Со звонка в дежурную службу полиции началось утро среды в кинотеатре «Искра». Именно этот объект массового посещения был выбран для тренировки по отработке действий служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Основная цель – это, прежде всего, обучить сотрудников кинотеатра «Искра» в условиях действий при угрозе совершения террористического акта, проверить их знания, закрепить их. И также отработать вопросы взаимодействия, в том числе с УМВД по Ленинскому району, пожарными службами, скорой помощью, проверить время реагирования этих служб. По легенде, в кинотеатре был обнаружен предмет с признаками взрывного устройства. Вход сразу заблокировали, сообщили о находке компетентным органам и начали эвакуацию кинозрителей. Но так как в это время киносеансов не было, то на помощь для наиболее достоверного восприятия сложившейся ситуации были приглашены ребята из спортивных клубов «Видного». В теории, может быть, это, конечно, полезно, то, что устраивает такое. Может быть, кому-то это и спасет жизнь в будущем. Сохраняйте спокойствие, чтобы не паниковать, чтобы не было такой стычки, там еще чего-то. Потому что если паниковать будет еще хуже, это караул будет. На место происшествия очень быстро прибыли сотрудники всех служб – скорая помощь, пожарные и, конечно, полиция. Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ФСБ и администрации Ленинского района были проведены первоначальные действия по оцеплению данного объекта, а также по эвакуации гражданского персонала. Грамотные и квалифицированные действия всех принимавших участие в этой тренировке помогли вовремя обезвредить хоть и учебное, но предполагаемое взрывное устройство. Самое главное, хочется отметить, что вот молодежь, которая работает у нас в кинотеатре, подошла к этому делу серьезно и понимает всю ту ответственность, которая на них возлагается. Мы не хотим повторения хромой лошади. Как показывает жизнь, быть готовым к столкновению с критической ситуацией значит иметь наибольший шанс перенести ее с наименьшими потерями. Елена Бабина и Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.